biznesdə şəffaflıq, keyfiyyət, peşəkarlıq kimi amilləri rəhbər tutursunuzsa və Paşabank kimi etibarlı partnyorunuz varsa, arxayın ola bilərsiniz. Uğur hər zaman sizinlə olacaq. Paşabank, zirvələrə doğru, birlikdə. Здравствуйте, дорогие зрители! Я Фаик Багиров, и я рад приветствовать вас в очередном номере программы «Бизнес-класс». Сегодняшний гость нашей программы – один из наиболее ярких представителей молодых предпринимателей Азербайджана, основатель и генеральный директор компании «Новка Групп». Здравствуйте, Фарид! Добро пожаловать в нашу программу. Здравствуйте, Фаик! Спасибо большое за приглашение. Всегда приятно делиться нажитым опытом. Прошу вас рассказать о своем пути в бизнесе. Сколько лет назад вы начинали и с чего вы начинали? Основной свой бизнес касательно модной одежды, готовой модной одежды, мы начали 15 лет тому назад с турецкого бренда Waikiki. Вообще, мое знакомство с этой отраслью начиналось лет 20 назад, когда в Баку в 1994 году был открыт первый магазин в регионе, даже на территории СНГ, фирменный магазин компании Benetton. И я был одним из первых сотрудников, то есть, так сказать, продавцов-консультантов в этом магазине. И вот мое знакомство, как бы, и моя любовь даже к этой марке началась в 94 году. И когда вы приходили туда на работу, вы думали о том, что когда-то вы станете владельцем бизнеса розничной одежды? На тот момент не думал, потому что мое самое большое желание на тот момент было стать архитектором, так как я учился на первом курсе архитектурного факультета инженерно-строительного университета. Вот. На тот момент было лишь желание, как студенту, иметь дополнительный заработок. Потом меня уволили оттуда в 96 году. Вот. И я продолжил свою работу как бы по своей профессии. В 99 году, уехав из Азербайджана в поисках работы за границей, но опять же по своей профессии, не найдя ничего подходящего, но это была страна, Турция, где я был. И потом пришла у меня как бы идея и желание начать бизнес одежды, так как больше уже мне в голову ничего не приходило, как 22-летнему парню чего-то надо добиваться жизни, надо начинать с чего-то. Как архитектор я пытался там найти работу, но не найдя, я принял окончательное решение, что я буду заниматься одежным бизнесом. И вот тогда я познакомился с компанией, производящей одежду под брендом Waikiki. В 99 году, вернувшись в Баку, я арендовал магазин с площадью 25 квадратных метров и привезли первую партию одежды в количестве 250 единиц. То есть на тот момент в стране не было таких большого количества представленных мировых брендов, и поэтому, будучи уже как бы одним из немногих игроков, у нас развитие очень сильно пошло в гору, и все, что мы не привозили, мы очень успешно это все продавали. Ну, собирая всю прибыль, мы, конечно, не вкладывали в дорогие машины, в квартиры или в какую-то другую недвижимость, мы все тратили в бизнес. И вот даже до сих пор мне иногда не нравится, когда люди чуть-чуть заработав начинают тратиться на какие-то, да, ненужные вещи, думая, что как бы успех он так, да, пришел, и надо с ним его растранжирить. Нет, надо всегда идти пути развития. Даже сегодня мы не останавливаемся. Да. То есть все, что мы сегодня зарабатываем, мы тратим на наше развитие. И у вас есть видение того, в каком направлении, какие бренды в ближайшее время вы собираетесь привлекать к сотрудничеству? Ну да, у нас уже идут переговоры. Но я бы отметил так, да, то есть да, наше развитие, оно параллельно идет развитие страны. Вот. До 2008 года фактически мы почувствовали, что мы все остановились, что дальше некуда расти. То есть то количество магазинов, которые у нас есть, это достаточно. И мы вот начали уже выходить за пределы. Да, как бы. Ну, мы уже были в Грузии, мы вышли на эмиратовский рынок, мы вышли на рынок Ирана, мы вышли на рынок Турции. Кризис конца 2008 ввел свои коррективы, так наши планы, да. Ну, в общем, во многих странах свернули свой бизнес и вернулись в Баку. И тот момент, очень интересно, да, Азербайджан открыл второе дыхание после 2008 года, и здесь началось очень такое бурное строительство торговых центров. И для нас открылись новые площадки.
И люди, которые до этого, может быть, делали свои покупки в различных местах, уголках города Баку, очень полюбили их и начали как бы массово приходить в торговые центры и совершать покупки там. То есть если сегодня вы наверняка по городу знаете самые известные из них, да, и можете пока там на выходных сделать выводы. Вот. И это дало нам толчок, и мы буквально 2008 по 12, ну, даже по 2014 год удвоили количество своих марок, магазинов. Вот. И это дало как бы такой импульс для нас, для нашего развития. Многие предприниматели 100 раз все взвешивают, прежде чем даже начать новый бизнес на знакомом им рынке. А вот вы так внезапно захотели и решились начать экспансию на международные рынки. Не было ли вам страшно? Не боялись ли вы потерпеть неудачу? Честно говоря, я только-только начал чувствовать, что такое страшно и что можно потерпеть неудачу. Но и то я стараюсь перебороть это в себе. Потому что я думаю, что если вникаться во все подробно и изучать, получать какие-то результаты и там сделать какие-то исследования по рынкам, все, то есть это большая трата времени. Все-таки я как-то люблю рисковать по жизни и идти напролом. То есть, да, если делаем, мы это делаем, если мы не делаем, мы этого не делаем. Поэтому даже когда, я помню, в 2001 году, заходя на грузинский рынок, со мной поехали два друга, которые меня буквально отговаривали, да, что, мол, что-то здесь нашел, здесь вообще никаких магазинов, никаких брендов. Если было бы здесь хорошо, что кто-то как бы занимался этим бизнесом, вот, ну, естественно, я не послушался. Я, наверное, подумал, что еще лучше, да, буду первым, то есть, да, кто этим будет заниматься. И действительно, мы сняли все сливки того, с тбилисского рынка, открыв большую сеть магазинов. Далее был Иран, как я отметил, да, до этого. Значит, там то же самое, то есть закрытый рынок. Вообще из Европы там очень там невозможно что-либо было завозить. Но несмотря на это, мы открыли магазин Benetton и довольно-таки хорошо вели бизнес. Ну, в дальнейшем я им продал эту свою часть и ушел из этого рынка. То же самое было в Турции, когда мы сразу открыли там 5 магазинов компании Benetton. Опять же, то есть сказать, таких больших расчетов мы не делали. Мы также открывали магазин в Дагестане. Это вообще, я думаю, так, одно из таких интересных, да, моментов в моей жизни, где буквально очень часто что-то взрывалось, где там очень часто стреляли. Вот. Были большие риски именно даже чисто безопасности, лично, да? Личной безопасности, да. Но несмотря на все это, где-то мы успешно продали, где-то мы продали буквально за самую себестоимость, а где-то было, что мы очень большие деньги теряли. Естественно, за это меня всегда укоряли, укоряют, что я вот не подумав делаю все это. Ну, я такой человек. То есть ваш принцип сначала сделать, потом в реальной жизни проверить, как это работает, чем месяцами думать. Я всегда об этом говорю своему окружению, что не сделав, мы не узнаем, что это такое. И опыт. Как можно сказать вкус еды, если его не попробовать, да? То есть как минимум мы опыт заработаем. И, а вдруг получится? А вдруг мы снимем сливки, как это было в Грузии? Сегодня мы уже вышли на казахстанский рынок, там сейчас начинаем ремонтировать магазины. Вышли уже на балтийский рынок, там в странах Балтики. И открываем, несколько, планируем открыть тоже свои бренды. Есть такие люди, которые говорят, предприниматели, что вот если они потеряют все, что у них есть, с их навыками и их опытом, они могут любой день начать с нуля и практически без денег, без капитала заново создать бизнес, который, может быть, по размерам превысит то, что у них есть сейчас. Что вы об этом думаете? Таких случаев немало было по жизни, потому что, извиняюсь за мой любимый континент, который я очень люблю, бизнесмен, он не в Африке бизнесмен. То есть, да, куда бы вы его ни забросили, он найдет чем заняться. И если действительно у него есть эта жилка, это как бы, да, желание, он действительно добьется успехов. Благодаря чему? Ну вот в данном случае моим фактором, я думаю, что где бы я ни был, я бы нашел бы чем заняться. Да. А вот вы не сказали про умение создать связи, убеждать людей, входить в контакт с людьми. Это не важный фактор, по-вашему? Я бы не сказал, что связи как-то помогают. Там всегда надо
самому стараться искать пути, как бы выходить на бренды, на компании, на людей, с которыми ты хочешь работать, да? Опять же, не сдаваться, да, то есть всегда искать пути. Давайте поговорим о вашем бизнесе с точки зрения ваших потребителей. Многих интересует вопрос, отличаются ли цены в Баку от тех же цен на те же товары, например, в той же Европе? Есть бренды, где есть отличие, но небольшое. Есть бренды, где цены практически одинаковые, да, то есть... Ну, приведу пример, да, допустим, компания X, которая находится в Европе. Основная как бы, работа идет по следующей схеме. Они заказывают свои товары, допустим, на различных фабриках в различных странах мира, где она изготавливается. Потом все это завозится на их стоки, которые находятся у них в стране и какой-то европейской стране. И оттуда начинает логистическая, уже идет работа по логистике, то есть доставки грузов. Если это Европы, где нет у них таможенный союз, нет границ, естественно, они получают ее по без растаможки, так скажем, да, то есть без каких-либо дополнительных оплат, без налогов. И транспортные расходы меньше. И минимальные транспортные расходы. Ну, естественно, когда мы завозим, у нас нет таких связей с Европой на сегодняшний день близких, и поэтому та цена, которую мы платим на как бы, растамаживание, наш НДС, который накладывается, он и дает разницу в цене. Раньше многие люди ездили на шопинг за рубеж. Кто в Италию, кто в Эмираты, кто в другие страны. На ваш взгляд, вот после того, как в Баку открылось столько много брендовых магазинов, многие ли люди продолжают ехать за рубеж, чтобы покупать себе одежду? Если раньше это было намеренно, то есть когда не было таких, да, как бы, такой большой, так большого выбора, да, как сегодня у нас на рынке города Баку, вообще в целом в Азербайджане, то многие ехали специально для этой миссии, в большинстве. Да, сегодня тоже некоторые выезжают, но не думают только в таком количестве. Аутлет-центры, которым богата Европа, то есть они до сих пор привлекают. Но я думаю, скорее всего, эта цифра выезжающих, она сокращается. То есть, потому что те цены, которые мы даем на рынке, не только мы, наши конкуренты, и то разнообразие, то даже элементарно там, на распродажах, да, все то, что мы предоставляем нашим, они дают возможность уже не выезжать именно для этой цели, а, вот, как бы, а выезжать там, для отдыха и параллельно сделать какую-то покупку. Да, это может быть. А вот касательно то, что специально для шопинга. Да, и тем более сейчас же есть возможность онлайн-покупок, да, то есть в Азербайджане очень много открылось как бы интернет-сайтов, по которым не только наших, а многие пользуются и международными сайтами для покупки той или иной модели, одежды, там, всякого аксессуара. Вот. Поэтому я думаю, что, отвечая на ваш вопрос, это количество существенно сократилось. Сегодня. А ваши личные потребности по одежде полностью удовлетворены в Азербайджане? Вы покупаете у конкурентов своих тоже продукцию? Естественно, конечно, покупаем. То есть, да, все, что нужно найти, сегодня я могу найти на нашем рынке. Никуда все ехать подходит. Не надо. Абсолютно. Угу. Все, спасибо. Что вы с нами, купим на Баку. Спасибо. Сегодня, в 2014 году, насколько насыщен рынок азербайджанской модной одежды? Ну... Я бы сказал, практически все бренды известные, да, в целом по миру, они уже имеют свое представительство в Баку, свои точки продаж. И, естественно, это, так сказать, усиливает конкуренцию на рынке. Для меня лично конкуренция – это очень большая мотивация. Мотивация того, что надо, вот, значит, что-то не доделали, надо работать, надо еще усердием, когда в сердце проявлять, искать новые пути, как бы, чтобы о тебе знали. Хорошая такая энергетика. Поэтому мы ее не боимся. У меня есть один знакомый, он является руководителем сети магазинов модной одежды. И вот у него две проблемы. Одна проблема – это то, что иногда они хотят привлечь к сотрудничеству зарубежную марку, а им отказывают, потому что говорят, что мы, если будем работать в Азербайджане, то конкретно вот с этой группой или с другой группой. То есть кем нужно быть, чтобы... иметь уважение со стороны зарубежных партнеров, производителей одежды. Есть известное выражение, да? То есть первую часть жизни ты работаешь на имя, а вторую часть имя работает на тебя. Но те компании, которые начинали в конце 90-х, в начале 2000-х, которые мы шли параллельно,
в принципе, на рынке сейчас они основные, то есть в том числе мы. Есть 5 или 6 групп, которые, да, имеют портфель известных брендов. Они тоже делятся, да. Двое из них это больше направлены на лакшери бренды, а остальные направлены на премиум и на масс-бренды. То есть мы в сегменте премиум в основном и масс. Но мы тоже сейчас будем как бы уходить на люксовые марки. В принципе, уже вышли, ведем переговоры с группой, которая имеет большой опыт работы. Не только, допустим, за 3 года ты можешь собрать какую сетку, но они смотрят, что ты сделала, сколько лет ты на рынке. Естественно, лет 15-20, если за твоими плечами есть опыт работы, он, конечно, располагает, то есть твой будущий партнер к тебе. Даже сегодня мы получаем даже обращение от брендов, за которым мы даже не гоняемся, да, то есть что мы хотели бы с вами работать, да. Даже выходит не только по одежде. Вот к нам мы очень успешно реализовали проект «Карлов», например, да. Это ювелирный, французский ювелирный дом. Это к вашей сети относится? Относится. Ну, как бы мы были в партнерстве, да. Мы открывали это с людьми, которые разбираются, да, в ювелирном бизнесе. Ну, потом мы продали свою часть и вышли оттуда. Но обращение было к нам. То есть к компании, которая является игроком на рынке, который имеет пакет бизнес, как бы пакет мировых брендов. И вот мы тогда согласились и открыли. Потом и опять, в принципе, предложения останавливались после этого и шли от других ювелирных домов, но мы перестали. Мы сфокусировались больше на одежде. Что касается вашего друга, да, то есть в итоге, если никто из этой, как бы, да, не согласится, да, как бы работать, я думаю, они дадут предпочтение, в конце концов, ему. Но я думаю, ему надо быть усерднее. Про другую проблему, связанную с конкуренцией, хочу вас спросить. В ближайшее время будет открыт один из новых торговых центров, и вот они хотят взять там площади для того, чтобы открыть магазины. А там нет площадей. А им говорят, что для того, чтобы взять в этом торговом центре площади, нужно обратиться к другому оператору крупной торговой сети одежды, и он решает, кто будет в этом торговом центре представлен, а кто нет. Вот нет. Что вы о такой монополизации думаете? Это уже законы рынка, да, то есть если ты являешься основным игроком, а для торговых центров ты являешься лакомым куском, который заполняет площадь, которую нужно сдавать в аренду, и если ты являешься уже доминантом по количеству брендов, то, естественно, ты ставишь условия, да, то есть я бы хотел знать, кто будет моим соседом. Такая ситуация была у нас в Парк Бульваре, когда мы начинали. То есть мы были доминирующей компанией, которая зашла на эту торговую точку. И тогда мы также совместно рассматривали, как ваш друг, с кем общался, с кем говорил. Но то есть я в курсе этой, как бы, ситуации. Вы считаете, это честная конкуренция? Ну, знаете, человек работал годами, чтобы добиться вот этого, да, то есть когда он может прийти и расположить в торговом центре большинство своих брендов, да, и тем самым также диктовать руководство бренда о своих условиях. Конечно, мы в большинстве случаев на это не хотели бы идти, это неправильно. Ты взял то, что ты берешь, остальное пусть делится между другими. А вмешиваться это, ну, как минимум, это уже как-то, ну, так сказать, использовать свое это влияние, это неправильно. Фарид, сколько в Азербайджане у вас магазинов сейчас? Сегодняшний день, без тех, то, что мы планируем в скором будущем открыть, это 31 магазин. 4 из них в Грузии, 2 в Казахстане. И еще мы планируем расширяться, как бы довести Баку в этом году до 35. Как происходит управление? У вас есть люди, которые отвечают за определенный бренд, или же у вас централизованное управление всей сетью? Сейчас сегодня в компании у нас есть, как бы, департамент и по маркетингу, и по человеческим ресурсам, и по IT, и аудиторское, то есть, да, как бы направление, и финансы, это естественно. То есть, в общем, 75 человек сегодня работают только в офисе. У меня 2 заместителя. Один из них занимается оперативно-финансовой частью. А по развитию другой заместитель, который занимается со мной вместе с стратегическим планированием и развитием компании, брендов, да, так скажем, брендового направления. Вот под нами, как бы, находится, кроме после всех департаментов, это, ну, так сказать, мы их называем костяком, это бренд-менеджеры,
своим руководителем, бренд-менеджера определять за определенные бренды. Да, каждого свой пакет брендов, которые они работают как бы и с закупами, так работают и логистика, и все остальное. Дальше идут как бы все остальные. Сам директора магазинов, у нас есть менеджер магазинов, у нас есть и как бы третьи лица, и дальше консультанты, продавцы. Вот. А сколько всего человек? В целом, чуть больше 400. Когда наступил момент, когда вы уже не знаете, не всех сотрудников компании знаете? В каком году это наступило? 2008. Ну, хотя бы всех директоров магазина вы лично знаете. Ну, иногда бывает, что кого-то меня поменяют там, да, то есть, да, ну, я получаю какую-то рассылку, то есть, и уже вижу, что там кто-то ушел, и на его место кого-то там поставили. А на каком уровне менеджера вы лично принимаете участие в найме? Я практически же не принимаю участие. В этом даже участие... бренд-менеджера вы не берете? Бренд-менеджеры, да, даже где-то местами руководитель, когда оперативный руководитель компании, и мои заместители сами решают эти вопросы. А что входит в сферу ваших обязанностей, которые вы на себя возложили? Что главное? В целом это стратегическое, да, то есть вот, будущая компания сегодня, то есть я взвалил это на себя. В целом это зарубежные инвестиции, да, то есть которым мы управляем. Как часто изучаете статистику деятельности вы лично? Ну, статистики мы делим на еженедельно, ежемесячно, ну, и годовые, естественно, там сезонные. И как минимум ежедневно мы следим за продажами. Нет, вот вы сами часто проверяете? Я каждый день или каждый день неделю? Проверяю продажи. И иногда делаете сигнал. Замечания, что нужно что-то... Я выдерживаю, то есть все может быть. На наш бизнес всегда может появляться плохая погода, допустим, да, как-то холодная, может быть, слишком теплая, жаркая. А может появляться какая-то ситуация, то есть, да, та или иная. То есть, поэтому выдерживаешь, следишь. Ну, если нет изменений, ну, начинаешь уже звонить колокола. Фарид, насколько вы придаете значимость хорошему сервису в конкурентной борьбе? Часто об этом говорю своим сотрудникам, что на сегодняшний день можно найти деньги, да, там, финансы. На сегодняшний день можно пойти найти какой-то бренд. На сегодняшний день можно его привезти в Баку, открыть магазин, да. Но на сегодняшний день сложно это продать. Поэтому от всех вас зависит продажа. Поэтому сервис должен быть на самом высочайшем уровне. Вот, поэтому мы не можем себе позволить такой роскошь, как потеря клиента. И, естественно, для нас очень важен каждый клиент. Даже был случай, когда мы с братом были в Италии по приглашению компании Benetton. Звонит моя сестра, что Фарид, у нас в магазине сидит клиентка, там, очень хочет такую-то обувь, а у нас такой-то размер закончился. И, пожалуйста, там, походите по магазину в Италии, найдите этот размер, привезите с собой. Не с колебанием, естественно. Для нас клиент очень важен. Мы с братом, оставив ваши там вечеринки или там какие-то, да, корпоративные там собрания, начали идти. Там в одном не было, в другом не было. И в конце концов, как он из магазина сидел, мы нашли обувь и с собой привезли на наш клиент. В 2004 году мы создали клубную систему для нашего магазина, да, которая тогда началась просто как бы с дисконтной картой, и назвали ее My Brand. Да, сегодня она стала очень довольно популярной системой, и мы как бы объединили все наши сеть магазинов практически под этим названием. То есть, значит, его даже больше не знают как Novka Group, нас больше сегодня знают как по My Brands. Uh-huh. Даже My Brands уже в себе, помимо собственных наших магазинов, которые являются, да, частью этого проекта, мы уже привлекаем и партнеров. То есть, пользователи карты My Brands сегодня у нас уже более 100 тысяч. Если для вас так важен хороший сервис, как вы контролируете уровень сервиса? Проводите ли вы проверки тайны покупателей, да, 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 или что-то другое? Это обязательно. Это практически квартально, несколько раз мы это делаем. По всем магазинам? По всем магазинам, да. Бизнес должен контролироваться, бизнес должен управляться, да. Неконтролируемый бизнес – это не твой бизнес. Фарид, мы столько говорим о бизнесе, вы успешный предприниматель. Вы также отец большого семейства. Вот хотели бы вы, чтобы ваши дети продолжили ваш путь предпринимателя и тоже стали предпринимателями в будущем? Это есть мой основной успех, я так сказал бы, да, в жизни. У меня две девочки, два мальчика. Хотел бы, чтобы они были. Да, конечно. Может, мечта каждого отца, чтобы какой-нибудь, не все, конечно, но кто-нибудь из них продолжил бы мой путь.
Но у меня путь немножко он такой, не только связан с предпринимательством, продолжаю свою основную деятельность, как архитектор, то есть это моя профессиональная деятельность. Конечно, я бы хотел кто-то из них, чтобы как бы продолжал нашу династию архитекторов. Кто-то из них взялся бы за руководство компании, другие бы я хотел видеть либо врачами, либо учеными. Мы говорим уже о личной жизни, поэтому я хочу также спросить вас о спорте. Вы уже с недавних пор стали альпинистом, регулярно совершаете восхождения. Каким образом эти восхождения помогают вам усиливать фокус в бизнесе? В горах это не как бизнес, да, я там не рискую. То есть я там уже более здравомысляще подхожу, если испортилась погода, если мое состояние позволяет, если со мной люди, с которыми я могу идти, я пойду. Если нет, то я вернусь. А самое главное, к чему учат горы, это думать масштабно, еще более масштабнее, и видеть проблемы очень мелкими, да, то есть как ты видишь все окружающее вокруг себя с вершины, буквально в ничтожных размерах, также видеть эти проблемы. Потому что когда ты поднимаешься на гору, то есть это, соответственно, это труд, это физическое, вы лучше знаете, да, как спортсмен, что такое, да, достигать усилиями, да, то есть каких-то результатов, и если, конечно, для альпиниста это результат, это покорение горы, да, восхождение на гору, на вершину. Вот. И когда ты уже преодолев все эти трудности, все эти проблемы с дыханием, с физической нагрузкой, это тяжесть на спине и все остальное, ты поднимаешься на вершину, все это автоматически забывается, ты наслаждаешься этим моментом, и вот все, что ты вокруг видишь, все это настолько уже становится, да, как бы, да, для тебя, то, что ты пережил, да, практически дойдя сюда, таким незначимым уже, то есть ты об этом уже не думаешь. Поэтому даже в жизни, когда ты уже встречаешься с каким-то проблемами, с какими-то трудностями, все, ты сразу включаешься, что нужно их пройти, а потом наслаждаться этим моментом. Вот. Отличное завершение нашей беседы. С нами был Фарид Новрузи. Спасибо. С Божьей помощью. Спасибо. Спасибо вам.